А Валерия Леонтьева я очень люблю. За его талант, за его человеческую доброту, за его непоказную интеллигентность. И за то, что всегда, когда я его вижу на сцене, в жизни, где-то в зале, случайно, на телевизионном экране, я прекрасно понимаю, что это человек, у которого своя спрятанная от всех внутренняя жизнь. Он экстравагантен. Его все концерты театрализованы. Он ничего не боится. Он одевает иногда такие странные костюмы, которые в первый момент шокируют зал. Уже не мальчик. 25 лет на сцене. 25 лет он приходит на сценическую площадку с редким чувством ответственности. И при этом, когда он кланялся, когда сцену забрасывали цветами, я сидел близко и смотрел на его глаза. Я несчастен, и я горд своим несчастьем. Потому что, покуда я буду несчастен, я буду чего-то искать, чего-то добиваться, что-то делать. Человек, который принес на сцену романтику чувств. Ему очень часто не хватает хороших песен, хорошей музыки. Когда, по-моему, один-единственный раз в жизни для него была написана опера Джордано, 49 раз он выходил на сцену, он пробует, он экспериментирует, он много ездит. Истинный художник, который обладает поразительным свойством, которое меня всегда удивляет. Он все время что-то преодолевает. Такое ощущение, что он ставит себе всегда новые задачи и хочет их преодолеть. Я помню, как я однажды, тоже в силу своей занятости, загруженности, мне удалось приехать к нему за город, в его дом. И мы сидели и разговаривали. Слова никогда не важны в таких разговорах. А я смотрел на атмосферу, в которой он живет. На те книжки, которые в кресле. На его лицо. На его умение слушать. И думал. Думал о том, когда же вот у меня впервые возник к нему человеческий интерес. И я вспомнил. Это было несколько лет назад. Я включил телевизор. Валерий Леонтьев давал интервью. Не помню, с кем он говорил. Я помню, что ему задавали поразительно бестактные вопросы. Надо было видеть, с каким тактом, не повышая тона, но довольно жестко, Валерий Леонтьев отводил бестактность и загорался только тогда, когда речь шла о его деле, о его искусстве. И я мечтаю о вещах, казалось бы, вполне реальных, но, на мой взгляд, очень трудно достижимых. Я хотел бы написать книгу, я хотел бы сыграть в кино, я хотел бы создать необыкновенное, блистательное шоу, какого еще не было. Солнечное, яркое, дорогое, радостное. И стать сегодня одним из самых замечательных певцов на нашей эстраде, и одним из самых замечательных людей. Потому что сегодня как раз инфляция личностей, инфляция людей очень ощутима. Сегодня любой, самый подготовленный, самый неподготовленный зритель, он тянется к тому, когда он чувствует, что на эстраде человек, у которого есть что-то за душой, что-то свое, своя тема, свое отношение к делу, свое искусство, во имя которого живет этот талантливый и в сущности единственный в своем роде художник песни на нашей эстраде. Но, увы, после концерта жизнь берет свое.